Друзья, всех приветствуем. Сегодня воскресенье, значит, у нас турнир очередной. Турнир уже начался. Зрители на своих местах. Смотрят, машут, аплодируют. Наше теннисное дерево украшено, на нем что-то висит. Шарики, конечно, теннисные. Вот приз. Вот у нас. Ах, улетают таблицы турнирные. Две группы. И вот мы панорамку маленькую даем. Вы прекрасно знаете, что у нас уже 90 подписчиков на канале. 190 постоянных зрителей. То есть мы 190 человек постоянно нас смотрят, наслаждаются, ставят нам лайки. Основные страны, где нас смотрят. Россия 70%, в Украине 8%, Казахстан 2,5%, Белоруссии 2%. А так, конечно, еще и в Германии, в Нидерландах, в Швеции, в Соединенных Штатах, в Молдавии, в Турции, в Эстонии, в Израиле, в Литве, в Индии, в Киргизии, в Польше, в Узбекистане, в Италии и, конечно, в Японии. А в Китае никто не смотрит, как мы играем, а зря. Мы ведь можем их многому научить. Как играть против ветра. На этом первый видосик мы заканчиваем. Подробности в следующих видосиках.